И мы возвращаемся к теме отключения отопления, которое в этом году совпало с резким похолоданием на улице. Но чиновников это не остановило. В домах нет ни горячей воды, ни тепла. Мы решили провести эксперимент, узнать, какая температура в кабинетах городских руководителей и посмотреть, как же некоторые горожане борются с холодом в своих квартирах. Вот одеяло, вот это у нас теплое. Вот одно, вот оно одеяло теплое. Мы им укрываемся. Вот у нас второе одеяло. Укрываемся, они сразу рядом с нами лежат. Спим можно практически в одежде. Ночнушка не помогает. Моемся холодной водой, как бы не умыться, не помыться, ни волосы не помыть, ничего невозможно. Светлана и обогреватели включают в квартире и всегда с сыном в теплой одежде. Говорит, ощутила на себе всю злую шутку, когда и на улице дождь с ветром, и дома не жарко. Мы решили провести эксперимент и узнать, а какая сейчас температура в кабинетах администрации после отключения отопления. У меня сейчас в руках прибор, внутри которого датчик, позволяющий определить температуру воздуха. Ну, мы хотели узнать. Просто смотрите, у вас показывают здесь 23 градуса. Узнать, вам здесь вообще тепло, комфортно, отопление-то везде отключили? Тепло, комфортно. Ну, то есть вы не почувствовали отключение отопления? Ну, я вам короткую рукавицу. Нет. Понятно, то есть жалоб нет, хорошо. У вас холодная батарея? Или это не батарея? Ну, да. Давайте потрогаем. Конечно, везде же. Нет, у нас даже открыто окно, поскольку там люди заходят, поэтому... Свежий воздух. То есть вы точно не мерзнете? Ну, мы-то точно не мерзнем. Ну, а дома вообще как? Не холодно? Дома у меня тоже отлично. А вот традиционное место, где обычно собираются на совещание депутаты, зал заседания горсовета, оказался закрытым. Даже в холле температура 24 градуса тепла. В департаменте городского хозяйства абсолютное большинство сотрудников тоже не мерзнут. Я не люблю, когда в кабинете жарко. И, кстати, когда летом жара, я не люблю, когда работают кондиционеры. Достаточно проветривания естественного. Кроме чиновников, навестили и один из детских центров для дошколят, где ребята проводят почти весь день. Сегодня с утра у нас отключили отопление, но у нас достаточно тепло. То есть здесь у нас находится игровая, да, здесь проходят занятия, дети у нас довольные ходят. Здесь у нас детки. Юлия Афанасьева, Владимир Антонов, новости ТВК.